Доставщик пиццы был обруган работниками автомойки. Уставшие от доставок автомойщики не в силах сдерживать себя в выражениях. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольно Врит. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. А ну тихо, я поднимлю. Алло. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Да, здравствуй. Доставка. Что? Пицца, доставка. А где ты? И вот я подъехал на мойку. А, ты на мойке, да? Ну, подходи, видишь, там синий горшок, ну, такой накрытие видел, синие двери есть. Ты где? Ну, мойка, самообслуживание, видишь, нет? Вижу. Вот, заходи туда. А где именно входить? Здесь много входов. Ну, а где ты стоишь? Возле какой ты мойки? Вот возле мойка, где сама мойка. Ну, мойка. И что там? Ну, что на мойке пишет сверху? Что пишет? Автомойка, конечно. Ты на какой машине? Я на Гранте, Лада. Ну, пишет мойка, автомойка, самообслуживание, да? Ты на этой мойке? Да. Вот, видишь, там вот есть боксы, которые заезжают машины, да? Ну. А есть посередине двери белые, две одни и вторые. Послушай, послушай, я сейчас... Если вам не сложно, передам... входите, если не сложно. Послушай, секунду, я сейчас своему другу передам трубку, он тебе все объяснит, куда тебе надо зайти. Подожди секунду. Алло. Да. Смотри, вот сейчас направо буквально мойка такой, большим вывеска. Двери сразу справа от тебя от машины. Вы видите меня? Нет? Нет, я вас не вижу, но просто я вижу машину через окно. Заносите сюда, мы тут кофе просто пьем с ребятами. Холодно на улице, заходите. Заходите. Алло, как слышно? Вот сюда? Да. Да? Двери такие стеклянные, белые, пластик. Че, не видите, что ли? Козырек такой синий. Не ложите только трубочку, потому что потеряете. Алло. Да. Куда ваш? Постучить правые двери, не эти. Вот эти. Постучитесь там охранника. Да. Охраннику трубку передадите сразу, я поговорюсь. А? Давай охраннику трубку, я поговорю с ним. А сюда? Дай охраннику трубку, я поговорю с ним. Ему дать? Трубку передай ему. Трубку охраннику передай. Слышь? Алло. Все, что он букует? Алло. А? Что он говорит? Он не хочет просто. Скажи, пускай трубку возьмет. Скажи, что босс он говорит. Не хочет. Он сказал, в смысле не хочет? Он что, дурачок? А ну постучись ему еще раз. Постучись этому ебану.
я сейчас его пизду валяю, постучи. Дай ему трубку, я с ним поговорю. А ну трубку возьми. А ну передай ему трубку. Алло. Дай ему трубку. Алло. Он не возьмет. А вы почему? Здесь вообще? Да, да, да. А где? Они здесь вообще? На громкоговоритель поставь. Алло. Да, 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 алло. Да. Чё, когда придёшь, отсосёшь у меня, сука ты. Слышь, хуйсина, ты пожизненно будешь доставки принимать. Извини. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольного. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая у нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты Вольного. Мы повсюду, нас бесконечно много. Скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вольного. Мы бандиты Вольного.